Итак, мы начинаем наше замечательное путешествие по островам Финского залива. Мы находимся в порту Усть-Луга. Это вот такой вот тут поселок. Сейчас, благодаря строительству нефтеналивного порта, он получил как бы вторую жизнь, обрел. И, соответственно, сюда уже построена огромная широченная дорога аж от Москвы. И железная дорога сюда идет. Ну, она давно шла, но теперь по ней осуществляется буйное грузовое движение. Ну, вот, соответственно, река Луга. Вот наша корыта. Это, говорят, бывшая военная судно. Ну, не знаю, насколько это правда. Ой, может, шутят, может, так и есть. Вот на этой машине мы сюда приехали. Вот, соответственно, река Луга впадает в Финский залив. Вот ее устье. Почему и усть Луга? Вот там вот, где светятся огоньки, не знаю, видно, не видно вам. Вот эти огоньки светятся. Это, соответственно, вот этот самый порт. Он тянется на многие километры вдоль побережья. Экипаж таскает ящики. Ну, а женщины, как всегда, валяют дурака. И ждут, пока все погрузится. Вот такое у нас судно. Вот тут идет моряк еще один. Соответственно, вот так. Так, вот тут еще и лесовозный порт. В общем, вывозится все, чем богата Россия. Нефть, газ, лес. Вот, соответственно, вот такой огромный порт для этого построен. Ну, это, соответственно, рубка капитана. Вот здесь штурвал, наверное. Я не знаю, я не моряк. Какие-то приборы. Судно у нас, как говорил один товарищ, спаси Аллах. Вот тут какие-то кнопочки. Это, скажем так, безграмотно и не по-моряцки панель управления. Приборы тут, приборы всевозможные. Это может быть штурвал, а может нет. Сложный вопрос, что это такое. Вот, говорят, бывшее военное это судно. Минный тральщик, ну не знаю. Может, оно из тех времен, 40-х годов. Что у него за функция? Минный? Ну, тральщик это, тралит. Мины плавают вот так вот, а он такой штукой берет их и так вот собирает. Да, потихонечку собирает и обезвреживает потом их. Потому что у него есть такие вот распорки, он вот так вот собирает. Это, видимо, спасательная шлюпка будет нас сопровождать. Теперь это судно экспедиционное. Вот там вот рубка. Да, вот такая рубка. Вот тут товарищ одевается. Это, наверное, наш штурман, да? Да, это наш штурман. Но без штурмана никуда. Сами понимаете, без штурмана. А мы так открыли дверь. Доплывешь. Так, это вот, скажем так, кают-компания. Вон там сидят люди. Это, наверное, она. Ну, а это такая необходимая в быту вещь, как туалет. Я надеюсь, никого там нет сейчас. Нету. Вот тут все очень культурно достаточно. Вот даже такая моя любимая раковина. Есть водопровод, канализация. Все имеет место быть. Итак, вот еще одна, видимо, спасательная шлюпка. Вот даже она мигает красным огоньком. Наверное, мы на ней будем спасаться в том случае, если будем тонуть. Да. Ну, вообще, еще она существует для высадки на острова, на которых даже такое утлое суденышко, как наш лайнер, подойти не сможет. Вообще, лоция здесь очень сложная, обилие камней и всего прочего. А вот, кстати, это кормовая часть, и сильный шторм с нее может, надо сказать, смыть волной. Да, вот туда, за борт. Именно так. Погода у нас, как оно и полагается, коль мы поплыли, говорят, испортилась. Ну, во-первых, вот жара кончилась уже, никакой жары нет. Ну и легкий ветерок обещает довольно жестокий шторм. Но посмотрим.
лодка-кран тут, смотри. Да, ну так это лодка краном поднимает. Это кран-манипулятор называется такой. Кран-балка даже, скорее его можно так назвать. Да, вот она тут у нас так привязана. Надеемся, что добротно. Ну а вот уже какое-то судно покидает порт Усть-Лугу. И что-то из богатств нашей страны увозит нашим зарубежным сотоварищам. Продолжается у нас тут погрузка спасательных судов. Тут, правда, мелко. Это, конечно, будет очень феерично, но это будет последний прыжок камеры. Да, камера этого уже не вынесет. И так она бедная. Ой, господи, я не могу на него смотреть. Разделаельная ромальчика. Не знаю, так маме. Да у меня на дне рюкзака. Да, если я не расколотила, но вроде я проверяла, не мокрая. А то как-то я сама приложила и так. Да, ну, что конечно, этот рюкзак я забыла. Я забыла, что там водка. Чувствую, что это бряк, но вроде цело все. Вот так. Погрузили мы еще одно спасательное судно. Не знаю, спасет ли оно нас. Покидаем мы Усть-Лугу. Погода вроде как хорошая, вот, издалека долго течет река Луга, и течет она вот сюда, вот ее устье. Вот такие большие корабли плывут, грузовые, порта Усть-Луги. И мы вот таким образом плывем. Это все еще у нас пока река Луга за бортом. Но скоро она кончится и пойдет в грузовик. Узлая шпиленочка. Вот, смотрите, вот тут рулевой капитанской рубки, в ходовой рубке точнее. Вот тут залежи леса. И мы поплыли в суровое море, как там далекий славный поход. О, какое интересное корыто на берегу стоит. Я такого даже и не видела. Сколько ж ему интересно лет, этому корыту. Там мы стояли. Кто-то пытается набрать заборную воду. Выходим мы в море, покидаем акваторию реки Луга и, соответственно, плывем мы в синее-синее море, а точнее в Усть-Лугу залив. Видимо, сегодня не ахти, но спасибо и на такую. Вчера была хуже. Вешки за вешки. Это, наверное, они обозначают фарватер. Вот одна зеленая, вот одна красная.
Это, наверное, у нас фарватер, я так полагаю, своим тупым морятским мозгом. А это вот плывут корабли. Порты услуга. Здесь наше добро. Лес, нефть, газ. Кругу, удобрения, зарубежные страны. Больше мы ничего предложить не можем. Ну, а обратно, наверное, везут компьютеры, сотовые телефоны, телевизоры, прочие бытовые игрушки, оборудование какое-нибудь. Вот так и обмениваем. Мы находимся в акватории Финского залива. И вот на таком экспедиционном судне плывем в сторону внешних островов Финского залива. Островов в заливе очень много. Мы очень хорошо и подробно с вами ознакомились с островом Котлин. А сейчас мы плывем к внешним островам, которые находятся на самом-самом западе нашей Ленинградской области. За бортом проплывает полуостров Кургальский, а острова Сестер, Большой и Малый Мощный, Большой и Малый Тюдет и конечная точка нашего путешествия остров Гоголов. Все они дошли в России либо в 1721, либо в 1743 году в результате многочисленных русско-шведских войн. По договору, по Тартусскому договору они в 1920 году окончательно закрепились за Финляндией, ну а в ходе Зимней войны и потом в ходе Великой Отечественной войны вернулись обратно в состав России. Итак, мы на острове Мощный. Здесь во время Великой Отечественной войны располагались стационарные батареи, сейчас они демонтированы. Также здесь есть три маяка, два из них створные. И здесь был, во времена, когда остров принадлежал Финляндии, здесь был пункт контрабанды товаров из Финляндии в Россию. Итак, на Мощном была заброшенная финская деревня. Вот остатки тут. Есть фундаменты домов. Фундаменты складывались из валунов. Вот таким простецким способом древним. Просто валуны подгонялись друг к другу. Без раствора, без ничего. Так как остров, как и все у нас вокруг, сырой, болотистый. Соответственно, дома стояли деревянные, но на гранитных вот таких фундаментах, из гранитных блоков. Ну, а гранита здесь, в общем-то, выше крыши, то есть предостаточно. Старинный финский то ли сарай, то ли амбар тоже перед нами. Этой постройке много лет. Явно она еще помнит те времена, когда данный остров, как и все окружающие острова, принадлежал Финляндии. Здесь был пункт контрабанды. Везли запрещенные товары из Финляндии в Россию. В период, когда этот остров принадлежал Финляндии. Постоянного населения на острове очень мало, а именно вот мы сейчас обходим по периметру хозяйства смотрителя маяка, точнее смотрительницы, это женщина. Вот она здесь живет, вот это ее хозяйство, огород, куры, собаки и все, что в деревне положено. И здесь есть еще небольшая воинская часть, совсем махонькая, и радиотехнический пункт. Все эти острова ранее принадлежали военным. Вот от этих времен остались вот такие вот развалины, постройки. Давай.
пытались из камней вкладывать вот такие волновые, чтобы занимала берега. Ровненькая такая. Вот очередной створный маяк маяков на острове Мощный 3. Это один из них. Сейчас попробуем туда подняться. Итак, мы на маяке. Его позывные Аркан. Вот так вот романтично. Перед нами бушующий Финский залив. Вот это все, скажем так, велак острова Мощный. Со всякими прирощенными островками, каменистыми косами и т.п. Вот там вот находится некое такое интересное сооружение. Вот там оно, далеко-далеко. Вот. Это такой своеобразный причал. Такой вот метод строения причалов. Постепенная заливка бетона. И можно было с такого причала осуществлять погрузку на более низкие суда. Там есть такие, скажем так, окошечки. Вот там эта погрузка осуществляется. Это причал. Это маяк острова Мощный. И здесь еще есть множество створных знаков. А мы сейчас направляемся на батарею. Во время Великой Отечественной войны здесь находились финны и вот оставили батарею. Мы на пограничной вышке перед нами. Ну что делать, куда же деваться? Перед нами заброшенная пограничная застава. Вот там вот валяется в кустах вездеход. А там еще я смотрю батарея. Вот смотрите, какая красота. В общем, на острове Мощный сохранились батареи финские. Финны этот остров оккупировали, как я уже говорила. Ну а это сооружение, несмотря на всю его убогость и гнилость, это сооружение достаточно современное, а именно это пограничная вышка. Здесь сидели пограничники и наблюдали, чтобы всякие негодяи не нарушали границ нашей Родины. И хочется, и колется, и мама не видит. Это называется. Это я говорю вот про эту лесенку. Вот смелый товарищ полез. Не знаю, последуем ли мы его примеру. Ну а здесь вот маяк, на котором мы только что побывали. Я тяжелее. Каскадеры, каскадеры. Ведь опасность это все-таки пустяк. Великолепно, Саша, великолепно, великолепно. Давай я тебе. Вот такие верхолазы. Ура! Да, сейчас мы уже видим. Отсюда. А это я, там люк не открывается. Нет, надо. Я бы тоже хотела в него влезть, потому что здесь мне никак не раскорячиться. Молодежь пролезла, а я, наверное, обойдусь. Ну вот створный знак мы видим, опять-таки. Да, вот наш причал на горизонте. Вот там вот стоит наше судно утлое. Вот там вот.
А дальше за причалом находится заброшенный аэродром. Мы слезли вот с данной пограничной вышки и отправляемся знакомиться дальше по территории заброшенной погранчасти. Здесь же рядом находятся остовы бетонные от финских батарей. Итак, боевой каземат финской батареи разнесен достаточно хорошо. Очень много консервных банок. Гарнизон потребил. Батарея взорвана. Выросли сталактиты. Так, вот еще одна. Здесь стояли артиллерийские орудия. Били, соответственно, по нашим конвоям с этого острова. Вот такие тут бетонные казематы для артиллерии. Мы видим маяк, на котором мы побывали. Фундаменты финского хутора, который был на этом месте. Ну, а вот там маленькие кусочки цивилизации, там проживает смотритель маяка, точнее смотрительница, которая следит за всем этим морским навигационным хозяйством. Это сворный знак. Соответственно, светит вот туда, в море, помогает ориентироваться кораблям. Вот это табличка сворного знака, 75-й год, 1900, там обозначен. Ну, год постройки этой башни нам неизвестен. Ну, вот такой она высоты. С нее тоже можно обозревать остров мощный. Вот так башня створного знака выглядит изнутри. Год ее постройки нам неизвестен. Вот такая тут замечательная лесенка в виде скобочек. Башня, как мы видим, невысокая. Но вот створный знак показывает направление для кораблей. Мы продолжаем осмотр острова Мощный. Вот обнаружили такое обвалованное землей довольно большое сооружение. Вот тут довольно крутой подъем. Ну и, судя по всему, это был подземный резервуар, подземное хранилище для воды. Огорожено колючей проволокой, сейчас, конечно, уже сломанной. И вот такую большую площадь он занимает. Сейчас мы разберемся, что там валяется. Здесь где-то должны быть обломки самолета. Как и везде в нашей Ленинградской области, большинство территорий островов, подавляющее большинство территорий островов Финского залива покрыто дремучими, непролазными порою лесами. Вот среди леса тут памятник от моряков-пограничников, павшим в боях за Родину во время последней войны. И я все равно полагаю, вот лежит тут каска, что это все-таки могилы, да. Могилы тех, кто здесь сражался с финскими войсками, вот. Здесь такой памятник среди леса. Такая вот братская могила. И памятник выполнен в виде торпеды. То есть даже не читая надписи, можно догадаться, что это памятник морякам Балтийского
Природа островов поражает своим разнообразием. Помимо тюленей, здесь можно еще и встретить царя птиц, а именно белого лебедя. Лебедя, наверное, кликуна. Потому что шипун — это более редкий вид. Так что вот здесь находятся еще и лебеди. Они уже прилетели. А может быть, даже остановились во время пролета в более северные страны. Вот царь птица здесь тоже присутствует. Очередные следы войны на острове Мощный. Был сбит здесь самолет, по всей видимости, наш. Возможно, даже финскими орудиями финских батарей, которые мы видели не так давно. И вот сюда вот он упал. Сосничок на берегу залива. Вот такая получилась воронка от падения. И вот столько осталось деталей. Имеется на острове Мощном еще и озеро. Довольно, причем приличных размеров. Залив здесь тоже недалеко. Вот буквально 300 метров за этими соснами. Вот такое озеро, разумеется, пресное. Украшает остров Мощный. Пожаловал своему шуту Яну Лакосте. В 1808 году здесь был построен маяк. В 1866 году он был перестроен. Это башня современная, точнее, это радиовышка 2005 года. Это страшный секрет. Ближе 50 метров к ней приближаться нельзя. Срабатывают датчики на охранный пункт. И сразу же прилетает катер с пограничниками, вяжет и сажает надолго в тюрьму. Это очень серьезные, да. Серьезный такой объект. Да. Вот, наверное, она. Вот она. Вот, наверное, она тюрьма. Вот здание. Левее маяка. Так вот, маяк перестроен в 1866 году. Вот. Ну а так как шут Петра Первого был бездетным, в общем-то потом этот остров отошел казне. И как-то вот здесь всегда были военные, всякие разные секреты Российской империи, потом Советского Союза. И 8 июля 1942 года сюда был высажен неудачный десант. Командовал этой операцией вице-адмирал Левченко. Крайне бестолковый товарищ, который умудрился проиграть все битвы в Крыму и сдать Крым немецко-фашистским оккупантам. И вот он же потом командовал этой операцией здесь и тоже очень неудачно. Уже к 10 июля весь этот десант был уничтожен. Итак, мы на маяке острова Сомер. Вот линза маяка. Маяк работает в автономном режиме. Вот запасная линза на случай, если сломается вот эта главная. Вот в бухте стоит наша лоханка. На этом острове, как я уже говорила, был высажен десант, который за двое суток был уничтожен. Вот у нас такая военная лоханка. Почти картина военного времени. Вот полузатопленный, разрушенный мол. А вертолетная площадка, да, здесь тоже есть.
Так, здесь уже все необитаемо, погранцы ушли, но вот эту башню периодически приезжают обслуживать, вот эту радиовышку. Это новая, построена в 2005 году. Вот здесь раньше хранились ГСМ, вот бочки лежат. А здесь у них непонятно что. Вот такие же бочки, как их много в Арктике, по 200 литров, бочки для ГСМ. Ну вот тут сохранились служебные постройки. Вот они. И вот там какой-то еще островок, там типа отмели вон на горизонте. То есть здесь вокруг камни, каменные россыпи, как и на Мощном. Мощный мы уже не видим, сегодня дымка. А вон он. Может виден, может нет. Вот там вот на горизонте Мощный, да, оттуда мы приплыли. Остров Мощный там. Там были минувшей ночью, и теперь вот мы на Сомерсе. Тут много каменных выходов, камней, лбов. Вот очень такой впечатляющий лоб вот там. Вот, сейчас попробуем приблизить. Вот он, такой необитаемый островок Робинзона Круза. Есть там даже какое-то сооружение, но отсюда не видно. Ну, в таких краях очень много скальных выходов, и поэтому многие укрепления, в общем-то, прорубаются в них. Вот в одно из таких мы идем. Но это не укрепление, это, наверное, какой-то наблюдательный пункт. Советую взять фонарик. Хорошо, сейчас возьмем фонарик. Просто ни хрена не видно, я в бочке. Так, мы в бункере. Не очень понятного назначения, но это бункер современный. Вот тут даже видны свежепокрашенные досочки. Вот у них тут трамвайная печечка. Это что-то для навигации, для маяка. Вот тут какие-то щитки заброшенные. Это, видимо, автономное было управление маяком. Вот даже выключатель цел, но лампочки нет. Да, а выключатель даже цел. Вот. И, соответственно, вот такое здесь помещение. Вот. Это значит такой бункер автономный для управления маяком. Вот такой тут боевой каземат. И это даже, вы знаете, похоже, как не смешно, на амбразуры. Хотя, конечно, они очень странные и непонятные. У них нет противорикошетных рамок. Нет, наверное, это все-таки не амбразуры, а, наверное, что-то чисто наблюдательного характера. Про амбразуры я, конечно, ерунду сказала. Вот, это чисто наблюдательный такой пункт. Он очень незаметен снаружи. И, соответственно, можно наблюдать за подходящим к острову противником. Вот тут вот такой бронированный даже колпак. Это, видимо, наблюдатель. Вот эта штука открывалась. Мы ее попробуем увидеть снаружи. И вот бронированный колпак. Оттуда мог вылезти наблюдатель и опять-таки смотреть окрестности. Вот лестница для подъема туда. Это вот идет за стенкой такой ход вертикальный наверх. Наблюдательный пункт имел даже свою оборону. Вот такие амбразуры. Сюда вполне могло войти дуло пулемета. Конечно, здесь нету опять-таки противорикошетных рамок. Но, по крайней мере, оборону какую-то он держал. А вот это даже очень похоже на артиллерийскую позицию. То есть здесь вот этот вот, скажем так, эта высотка, этот пункт находился под хорошей защитой. Оборону острова держали финны, соответственно, укрепления здесь финские. А финны очень большие мастера вырезать разные укрепления в гранитных скалах, которых у них в Финляндии великое множество. Ну вот это здесь, это не пещера, это вполне себе искусственно прорубленная в граните штольня. Такие штольни, еще более высокие, можно видеть в Севастополе, в Инкермане. Но прорубать штольни в известняке гораздо проще. Известняк – камень мягкий, нежели прорубать штольни в граните. Здесь именно гранит.
Ну, для каких надобностей пробили финну эту штольню? Ну, наверное, для того, чтобы хранить здесь ГСМ или боеприпасы. Вот это такой вот коленный проход, такой в форме колена согнутого. Вот так и так. Оттуда до туда пробита такая штольня. Здесь достаточно сыро. Ну вот здесь сохранилась свалка какого-то хлама, железа, какие-то баки. В общем, это, так скажем, военный хлам, оставшийся здесь со времен войны и после войны. Вот он здесь весь валяется. Вон, я могу узнать только спинки от кровати, а больше вот тут какие-то трубы. Больше ничего в этой свалке разобрать невозможно. Вот такой тут хлам валяется. Это все когда-то бывшее военное оборудование. А это, по всей видимости, жилой дом для личного состава. Можно узнать кухню по ряду совершенно конкретных и всем нам известных предметов. Вот здесь готовилась еда, соответственно, печечка. И вот здесь она готовилась, значит, и дровишки, и газ были у обитателей этой пограничной части. Вот такие комнаты, даже остались занавески. Это, наверное, дом какого-то начальствующего состава, который... Здесь находились постоянно. Вот по комнатам пройдем. Вот такие комнаты. В лихие нулевые это все было брошено. Военнослужащие отсюда ушли и оставили нам вот такие вот довольно унылые, грустные развалины. И здесь даже можно наблюдать так. Здесь, наверное, был душ, скорее всего, вот в этом. Да, потому что вот мыло, губки, это здесь была душевая даже кабина. Но душ светили. Аналогичен предыдущему еще один дом. Газовая плита, стеллаж, подобие обоев. Интересен туалет. Вот такой нужник здесь довольно комфортный сделали под унитаз, но это, естественно, выгребная яма. Канализации на острове нет. Снова кухня, холодильник, опять-таки такая же точно печка, газовая плита и вот рукомойник. Водопровода здесь тоже нет, вода была привозная. Остался вот такой вот памятник советского быта и памятник уже не советского, а более близкого к нам быта. Кастрюля. В общем, кое-что на хозяйстве осталось. И даже вот куртка. То есть путники здесь вполне могут в этом доме комфортно заночевать. Здесь кровати, остались матрасы. Ой, не знаю, течет ли здесь зимой с потолков и даже занавески. В общем, все весьма-весьма. Вот тут куча ключей. И даже есть какие-то общие указания. Корректировка рабочих чертежей фундамента, господи. Что-то такое непонятное. А вот кто-то из тоскующих по семье служащих сделал на принтере фотографию своего ребенка, видимо. У нас не ругаются. Вот так вот. Борьба за чистоту русского языка. Этот плакат призывает не ругаться матом. Кресло довольно приличное. Письменный стол. Вот она, печка. Вот печка. Это уже непосредственно для отопления. Кровать. Довольно веселенькие обои. Сломанная кровать.
Вот такие помещения здесь вполне когда-то были комфортными. Итак, как мы видим, пограничная часть совершенно заброшена. Ну, это, наверное, уже случилось задолго после войны, тут все бросили. Но здесь остались вполне интересные вещи. И даже такие, как самый обычный деревенский колодец. Я уже говорила, что водопровода тут не было. Вот. И поэтому воду брали из колодца. Насколько глубок колодец, я здесь выяснить не могу. Это довольно сложно. Сейчас попробуем набрать воды и мы. Так. Колодец очень глубокий, но единственное, это значит грунтовые воды. Они должны быть то ли выше, то ли ниже. Вот тут я не очень разбираюсь. То ли выше, то ли ниже. Вот Финского залива. Вот. Удалось набрать водички. Соленая. Угу. Ну-ка еще раз. Блин, я боюсь. Нет, пресная мне показалась. Пресная вода абсолютно. Ну правильно, это ж колодец. Вполне нормальная. Так что вот. Есть колодец. Ну ладно, пойдем дальше обследовать сей замечательный остров. Вот такое унылое здесь побережье, остров изрезан всевозможными бухточками. Очень удобно для стоянки мелких судов. Вот здесь остаток причала можно видеть. Вот тут разбитый искусственный мол. И вот какое-то там искусственное сооружение, постараемся к нему подойти. Итак, перед нами орудийные дворики. Точнее, подставки под орудия. Орудия полили вот туда, на море, по советским кораблям. Это такие пушки калибра то ли 135, то ли 230 миллиметров, не помню. Ну, в общем, средней дальности и средней мощности орудия. Вот здесь стояли и полили по советским кораблям. Вот замечательные такие остались от них основания. Вот можно видеть, пушка вращалась, вот на этих болтах стояло вращающееся устройство, и пушка крутилась, сектор обстрела был, ну, по теории 360 градусов, а так могла она обстреливать сектор обстрела гораздо больше 120 градусов. Ну вот здесь можно видеть сложенные из гранитных валунов на растворе такие вот стены, проходы. То есть это вот понятно, что это искусственного происхождения все. Ну а то, вот эти развалы камней, разумеется, натурального, естественного происхождения. Ну вот перед нами такой, можно сказать, симпровизированный орудийный дворик. Вот тут подпорная укрепительная стена. И вот такое вот тут убежище для, ну, укрытие, убежище для личного состава орудийного расчета. Вот такой тут полузаваленный идет ход сообщения. Вот.
везде можно наблюдать следы колючей проволоки, точнее не следы, а мотки колючей проволоки. Вот еще одна орудийная позиция, квадратная в плане. И, возможно, там внутри даже есть какой-то боевой каземат. В общем, на этом мыске острова Сомерс располагался очень мощный узел обороны. Вот так вот орудийные позиции идут вдоль моря, вдоль берега моря, по всему периметру мыска. Вот очередная, правда, ныне затопленная орудийная позиция. Вот туда было направлено орудие. Вот она так выдолблена в камне. Теперь не знаю, на какую глубину затоплена водой. И опять орудийный дворик. Вот. И даже выдолблена в камнях к нему траншея. То есть трудолюбивые финны выдалбливали, соединяли вот эти позиции траншеями. Вот здесь вот тоже стояла либо мелкая пушка, либо пулемет, я не очень разбираюсь. В общем, здесь получилось совершенно неприступный такой мысок получился, который очень трудно было взять с моря, то есть практически нереально. И вот летом 1942 года советское командование решило сюда высадить десант. Ну, мы видим теперь, насколько безнадежен штурм данного укрепленного пункта. Это теперь мы можем видеть лично. Так что здесь очень серьезная огневая позиция, причем многоуровневая на подъеме. Вот первый уровень орудийных позиций. Вот там еще подкрепляется ниже пулеметными расчетами. Вот второй уровень огневых позиций. И вот туда, за поворотом мыска, продолжаются эти огневые позиции. Перед ними препятствия из колючей проволоки. Так что плохо подготовленный десант, конечно же, обречен. В общем-то, так оно и вышло. Десант был полностью уничтожен. Вроде бы выжил один человек. Мы считаем, что мы находимся в казарме, той самой брошенной здесь пограничной воинской части. Это то ли баня, то ли душевая, то ли туалет. А, это душевая. Нет, ну это может быть... Нет, это все-таки душевая, душевая, да. Потому что вот здесь такие душевые кабинки, это душевая была. Итак, мы в служебном здании. Здесь продуктовый склад был, банок вон видно сколько. Это вот служебное такое здание, то, что здесь был склад продуктов, это даже написано. Итак, проследуем на верхние этажи. Мы поднимаемся по лестнице и видим, что мы видим? А мы видим офицерские квартиры, по крайней мере, на втором этаже. Ага, это квартиры, это никакая не казарма, это тоже многоквартирный дом. Вот, типа как в Припяти, здесь такой разгром. Здесь жили офицерские семьи. Прихожая, соответственно. Это, я думаю, кухня. Да, это кухня. Туалет. Ванна. Санузел совмещенный. Странно, квартира двухкомнатная, но санузел совмещенный. А вот здесь... Наверное, была казарма. Вот в этом огромном помещении уже спали, наверное, солдаты-срочники. Да, вот тут общий коридор такой проходит. Здесь, наверное, срочники уже жили.
Да, вот тут учебные классы, кстати. Это, конечно, не военных времен, а уже послевоенных. Пограничники отсюда ушли совсем недавно. Это комната для спортивных занятий, опачки. Это теннисный стол. Какая-то комната мелковатая для спортивных занятий. Но вот тут есть скелеты тренажеров. А это у нас столовая, видимо. Да, документация по столовой. Несложно догадаться, что это столовая. Здесь принимали пищу. Ну а это кухня. Кухонный блок. Соответственно, вот тут плиты и все такое прочее. Это у нас кухня. Следуем дальше на третий этаж. Здание трехэтажное, это этаж последний. Электрощиток. Сложно сказать, что это за помещение. Брошенные приборы, оборудование. Вот здесь то ли зарплату выдавали, такое окошечко, как касса, то ли что, не поймешь. Лампа, оборудование, приборы. Эта лестница ведет на чердак. Серьезная комната для хранения оружия. О, а вот здесь как раз то, что нужно. А вот здесь вот эти все приборы, радары, брошенное оборудование находится. Назначение их мне, конечно, неизвестно. А вот это известно, это знакомая штука, это конденсатор, это предохранитель, это какие-то части электросхемы. Да вот они тут, эти схемы. Куча конденсаторов, предохранителей и прочей подобной ерунды. Контактов, в общем, чего тут только нема. Все тут есть. Часть брошена совсем недавно. Вот такие виды открывались для военнослужащих с балкона верхнего этажа, на огневые позиции финнов, которые были вот здесь и вот здесь во время Второй мировой войны, и на бухточке острова Сомерс. Это, оказывается, пост радиосвязи. Вот оно что такое. Это у нас боевой информационный пост. Завяла традисканция. Это учебный класс, как мы видим. Парты. Здесь проходило обучение личного состава. Карта Ленобласти тоже перед нами. Свежая уже с городом Санкт-Петербург, а не Ленинград. И вот мы можем даже по ней понять, где мы находимся. А находимся мы вот здесь. Сейчас найду. Так, вот это мощный. Мы там уже побывали. И вот находимся мы теперь вот тут. Вот. Вот остров Сомерс. Мы на нем находимся.
Вот они, острова Финского залива, которые мы достаточно подробно осматриваем. Если плыть от Санкт-Петербурга на запад, первым встречает остров Котлин. Вокруг него расположены искусственные форты, а остров Котлин – это настоящий естественный остров. И вот спустя много километров по Финскому заливу начинаются так называемые внешние острова Финского залива. Самым западным является остров Ротшир. Это самая западная точка Ленинградской области и самая западная точка России, если не брать в расчет Калининградскую область. Это царство бюрократии, а именно канцелярия. Непонятно, почему тут так много коек. Ну вот канцелярия. Здесь остались какие-то бумаги. Ну, нам эти... Так, 10 июля 2008 года. Попробуем посмотреть, чем кончился журнал. Ну, он тут закончился чисто сам по себе. До конца просто дошел, до последней страницы и закончился. Ну, вот здесь теплом данную воинскую часть снабжала котельная. Соответственно, тут еще сохранился стойкий запах машинного масла. Жалко, что камера наша несовершенна и не может его передать вам. На втором мыске острова Сомерс тоже полно огневых точек и позиций. Вот здесь орудийный дворик. А вот здесь самый настоящий финский пулеметный дот. Он интересен тем, что сложен из гранитных валунов. Ну а чтобы они не разрушались, то подложено обычное деревянное бревно. Ну вот, соответственно, он двухамбразурный, пулеметный. Ну, более... Да, даже есть еще третья амбразура. Трехамбразурный, ну, более чем скромный, конечно. Это такой слабенький дот, который разнесет любой маломальски приличный снаряд. Тем не менее, дот сохранился. Вот мы его можем видеть. Характерен деревянными подпорками. То есть очень и очень скромно. Вот. Вот такой тут скромный вход. Налево, ну, в общем-то, не прямое, а все правильно, чтобы... Можно сказать, почти коленник. Ну, вот такой вот вход. Орудийные позиции также соединены с соседними вот такими выбитыми в камнях траншеями. Здесь орудия финские вели огонь по нашим кораблям. Вот очередная орудийная позиция. Ну и вот, наверное, военнослужащие ради смеха положили вот так бревно в виде пушки. Действительно, пушка стояла где-то здесь и стреляла в соответственно вот в этом направлении. Очередной дот перед нами. А это, возможно, даже орудийный дот. Уж такая серьезная амбразура, даже двухамбразурный. Это двухамбразурный дот и, возможно, орудийный на пушку средней дальности стрельбы. Вторая амбразура. Да, это, похоже, даже орудийный дот. Вах-вах, войти в него проблематично. Тут все обвалилось, завалено хламом. Ну да, орудийный дот. Даже двухорудийный дот получается. Также сложен из гранитных валунов. Ну вот, собственно, памятная табличка о том самом десанте, высаженном сюда неудачно на этот остров и погибшем в июле
1942 года. Вот тут был тоже дот финский. Именно огонь финских дотов и орудийных позиций и погубил тот наш советский десант. Тут остались остовы орудий. Это тоже тут какое-то было здание у финнов когда-то. Непонятно даже, когда оно разрушено, в войну или попозже, или совсем недавно. Определить сложно. Тут какой-то бункер, но это уже, судя по кладке, послевоенный. Да, склад какого-то барахла. Ничего особенного. Но даже там проходили трубы, наверное, отопление. Какой-то вот тут бункер, куча ржавого железа. В общем, все то, что сопутствует брошенным воинским частям. Труба идет в этот бункер. Наверное, вот к тем трубам, которые вот там в кирпичном уголке находятся. Ну вот, наконец, мы дошли до орудийных двориков. Вот здесь стояли финские орудия. Вот вход в орудийный дворик. К нему приходит траншея, ныне полузаваленная. Вот траншея также продолжается. Туда расходится в разные стороны. Вот здесь остатки всякого военного железа. А вот второй орудийный дворик. В общем, эти орудия, стоящие в этих бетонных двориках, вели огонь по подходящим с моря силам противника, военно-морским. Вот такие тут траншеи идут. Еще одна тут огневая позиция, не подходит траншея. То есть весь берег острова Сомерс очень сильно укреплен, и подойти к нему очень-очень проблематично. На этом мы можем заканчивать осмотр острова Сомерс и переходить к самому крупному из внешних островов Финского залива, к острову Гоголан, который в длину достигает 12 километров, а в ширину пределов 2, и вытянут с севера на юг в самой широкой части Финского залива. Да, мы приближаемся к острову Росшер, самой западной точке Ленинградской области. Островок очень маленький, здесь есть только маяк, и больше, в общем-то, нет ничего. Здесь
заканчивалась на этом острове ледокольная проводка судов из российских городов. Далее суда шли самостоятельно, то есть далее уже Балтика не замерзала. В 2008 году возле острова Ростер затонул теплоход «Лотос» грузовой, сухогруз. Вот он здесь и валяется. Подход к острову очень сложный, здесь кругом камни, но самое неприятное, что здесь еще на дне валяется железо от кораблей, и поэтому железо острое может нашу лодочку пропороть. Соответственно, вот такие небольшие у нас трудности, но мы все-таки причаливаем. Нас встречает Робинзон, а пятница где-то... А пятница... Ой-ой-ой. Так, как бы мы приплыли. А дальше вплавь. Робинзон нас встречает. Командует всем на корму. Антон, ты привяжешь лодку? Я же привязал. Ну, с такого камня не сорвет, наверное, уж надеюсь. Такого шторма не будет, чтобы этот камень. Вон веревка вокруг, да. Она все, мы стянули, боем. Итак, закончилась наша немножко такая осложненная выгрузка. И мы находимся на острове Ротжерс. Как я уже сказала, самая западная это точка Ленинградской области. Отсюда, к западу отсюда, залив перестает замерзать. И, соответственно, корабли плывут самостоятельно зимой. Уже без сопровождения ледоколов.
Здесь сел на мель в 2008 году. Сухогруз «Лотос». Вот эта дырка, это на самом деле был корпус сухогруза. Но вот за прошедшие годы, несколько лет, это проломил лед. И вот те железки вот здесь вокруг валяются. Скорее всего, возможно, эти железки ледовыми массами переместились вот так вот, вот сюда. И они теперь вот валяются на дне. Вот одна из них даже торчит вот на поверхности. Фарватер проходит недалеко отсюда, вот, совсем-совсем рядом. И, соответственно, судно «Лотос» шло по фарватеру, ну и каким-то образом налетело на мель. Вот эту горку камней, вот эту вот горку камней, вот эту намыли шторма. А шторма здесь осенью и зимой бывают очень сильные. Любопытный тут валяется скелет. Даже непонятно, что это такое. Кажется, мне понятно. Это скелет от какой-то крупной птицы. Для чайки больно велика. Это лебедь. Ах, бедняга. Какой же негодяй прибил царскую птицу. Убивать надо за такие вещи. Здесь в камнях гнездится множество великая чаек. Завидев людей, они так истошно орут, переживают, что мы разорим их гнезда. Но мы этого, конечно же, делать не будем. Тут полно утиных яиц. Утки нет, здесь... Это, скорее всего, чайки. Чайки? По пятнышкам чайки, да. Нет, чайки белые. Нет, мы только что приносили большое, да? Только, да, это чайки. Ну, в общем, либо утки, либо чайки здесь гнездятся, точнее, те и другие, в огромных количествах. Как и на большинстве внешних островов Финского залива, на острове Ротшир тоже есть маяк. Здесь тоже все заброшено, следы цивилизации крайне запущены. Я полагаю, что, возможно, это была баня, но не очень уверена в этом. А вот этот прибор для меня не ясен. Крутится от ветра. Может быть, это какой-то старинный анемометр, который измеряет силу ветра. Сказать сложно неподготовленному к маячной службе человеку. На горизонте виден остров Гогланд. Мы тоже там, конечно же, побываем. Это крупнейший остров из всех внешних островов Финского залива. Поэтому мы будем там непременно. А это колодец. Ну, мне неохота туда лезть и проверять, какая там вода. По сути, здесь не должно быть пресной воды, она наверняка была привозная. Ну, может быть, для каких-то нужд хозяйственных использовалась вода Финского залива. Архитектура построек проста и незамысловата, хотя вот даже какие-то симметричные такие архитектурные детали видеть можно. О! А тут даже целый взрыв творческой фантазии. В этих зданиях проживали работники, сотрудники гидрографической службы. Ну а нам, наверное, вот тут, кстати, дровяной склад, по уму он из кирпича, потому что как дрова, это огнеопасная
огнеопасный материал. Ну а мы начинаем подъем на маяк. Здесь идет, во-первых, башня маяка кирпичная, снутри оштукатурена, но штукатурка сыпется, отваливается большими кусками. Вот такая лестница винтовая внутри башни маяка приведет нас наверх, где стоит линза. Вот оно, самое важное место на маяке, а именно линза. Каждый маяк посылает световые сигналы с четко определенным интервалом времени и с четко определенной продолжительностью горения. Вот, кстати, запасная линза на случай поломки основной. Это тоже есть на каждом маяке. Вот можно увидеть наше судно, на котором мы сюда приплыли. И вот там на косе другое судно, а именно резиновая лодка, потому как на большом судне из-за камней сюда не подойти. Ну и вот он, севший на мель, сухогруз «Лотос». Его мы тоже попробуем посетить. Маячное хозяйство невеликое. Жилые дома, курятник, баня. Но опять-таки дома немножко поудивляли своей архитектурой. Построены они явно в послевоенное время, когда уже данные острова, в том числе и Ротшильд, отошли по результатам Второй мировой войны к Советскому Союзу. Мы в одном из служебных зданий. Ага, это идет лестница на крышу. Помещение, ну, служебного назначения. Вот доска документации, электрощиток. В общем, так, ну а это аккумуляторная. Здесь хранились батареи, на которых необходимые для маяков. Вот в таких стеклянных колбах. Вот здесь даже сохранилось в таких стеклянных колбах в жидком электролите. Вот эти батареи находились. Это генераторная. Вот здесь, соответственно, рубильники. Вот. Отсюда шло электроснабжение всего острова. Вот остатки генераторов. Итак, мы выбрались на крышу вот этого служебного здания и можем с ее высоты обозреть нехитрое маячное хозяйство. Островочек очень маленький, размерами совершенно не поражает. Обойти его можно буквально за 15 минут. Ну, это здание, в отличие от предыдущего, наверное, все-таки жилое. Есть здесь туалет типа очко. Возможно, даже вот тут в следующей кабинке был душ, потому что лежит деревянный поддон. Скорее всего, так оно и было. Печка, потому как зимой здесь крайне не жарко. Здесь, наверное, была и кухня. Ну и, в общем-то, вот такие просторные, опять-таки, печка, просторные достаточно комнаты. Даже для уюта, обклеенные обоями. Здесь симметрично точно такая же жилая квартира для работников
маячной службы. Вот здесь такое весьма интересное крыльцо под старину, даже с некой резьбой. Вот опять-таки нехитрый быт работников маячной службы. Возможно, это даже какой-то гостевой был дом. Сохранилась вешалка. Вот такой здесь невысокий маяк, но достаточно по-своему интересный. Итак, мы покидаем самый западный остров, самую западную точку Ленинградской области. Итак, мы на судне, потерпевшем бедствие, на сухогрузе «Лотос». Так, вот винт. Назначение приборов мне, как ни моряку, не ясны. Вот этот. Ну, здесь грязновато и не очень уютно. Такой вот здесь корабль. Итак, лево руля полный вперед. Мы в капитанской рубке.
России остров Гоголанд перешел в 1743 году в результате очередной русско-шведской войны. С 1917 по 1940 год остров принадлежал Финляндии. Тогда здесь развернулось курортное строительство. С 1920 года регулярно ходил пароход в Котку, в Хельсинки, в Выборг. Но мирному процветанию этого острова помешала война. В 1940 году остров отошел по Московскому договору Советскому Союзу. Ну а в 1941 финны заняли его обратно. В декабре советским войскам пришлось отсюда эвакуироваться. В январе 1942 года они остров Гогланд отбили, но в марте опять пришлось Гогланд уступить финнам. Вот эта груда камней — это не что иное, как развалины мола, построенного в 1900 году. Ну а уже в наше время, в 2008 году, построен военными вот этот вот удобный, комфортабельный причал. С конца 19 века здесь начали появляться дачи богатых жителей Петербурга и Гельсингфорса. Но еще с конца 17 века здесь существовали финские деревни. На 1939 год в деревне Сууркюля насчитывалось 78 домов, а в соседней деревне, которая отстояла за 4 версты от Сууркюля, было 62 дома. Но с началом Советско-финской войны население Гогланда эвакуировали, ну и, в общем-то, с тех пор постоянного населения здесь не было. Когда остров отошел Советскому Союзу, здесь находились только военные и, соответственно, маячные службы, потому что здесь два маяка, которые мы тоже с вами посетим. Есть на острове обелиск советским воинам, павшим в боях за Родину, а под ним могила адмирала Святого. Он командовал спасательной операцией в конце лета 1941 года, когда немецкая авиация разбомбила таллинский конвой. Немцы очень быстро и неожиданно захватили Прибалтику, и Балтийский флот из Таллина переходил в Кронштадт. И при этом очень много кораблей было потоплено, и очень много народу погибло. Но вот большую часть, благодаря умелым действиям и командованию адмирала Святого, была спасена. В том числе эти корабли были приняты здесь, на Гогланде. И адмирал завещал себя здесь и похоронить. И вот в 1983 году он умер, и, соответственно, его последняя воля была исполнена. Он похоронен на острове Гогланд. Вот как раз здесь, на берегу Финского залива, и располагалась деревня Сууркюля. Здесь удобная очень гавань, вот она. Здесь при деревне был порт. Занимались жители этой и соседней деревни рыбным промыслом, охотой на тюленей и лоцманскими услугами. Оказывали лоцманские услуги проходящим судам. А лоция здесь вокруг внешних островов Финского залива очень и очень сложная. Для земледелия остров мало пригоден, поэтому крестьянский труд земледельческий здесь был особо не распространен. Скотоводство тоже не очень, потому что лугов мало, и животным не хватало корма. Держали немного скота, но даже зимой приходилось завозить корма с материка. Вот сохранились древние финские погреба. Они по-прежнему используются по своему прямому назначению для хранения овощей, садового инвентаря, семян и прочих
предметов деревенского быта. Вот, кстати, вот это здание, это гостиница, построенная уже в рыночное время. До 2008 года здесь была турбаза, и сюда возили туристов. А теперь здесь эту территорию занимает воинская часть. Россия боится нападения врагов, и поэтому пограничная зона вдоль границ Российской Федерации была серьезно увеличена. Вот такой вот нехитрый погреб. Здесь даже в самый лютый зной прохладно. Можно хранить овощи, картошку, капусту и все то, что не любит жаркой погоды. О наличии здесь деревни говорят вот такие фундаменты финских домиков. Дома финны строили из дерева, но фундаменты были каменными. Такие фундаменты можно встретить на северном берегу Финского залива и на всем побережье, и на островах, на архипелаге Выборгского залива. Вот мы видим развалину некоего строения, скорее всего, финского, потому как вот так очень любили строить финны из валунов на растворе. Что здесь было? Да черт его знает, что здесь было. Маленькие окошечки, может, даже за решетками, может, даже какое-то кустарное производство здесь было. Информации об этом нет. Но, в общем, мы видим, что что-то было. Это, наверное, постройка где-то конца 19 или начала 20 века. Но, учитывая прошедшие здесь войны, вот что от нее осталось. Ну, вот опять можно видеть фундаменты финских домиков. Домик этот, наверное, уничтожен во время войны, потому как уже на территории фундамента выросли деревья. Здесь таких фундаментов очень много. Это вот и есть бывшая деревня финская Сууркуля. Порт находился вот здесь, вот в этой гавани. Итак, в начале 20 века на Гогланде процветало курортное хозяйство. Вот это развалина. Остаток развлекательного комплекса 1937 года. Здесь были ресторан, казино, гостиница. Ну вот, в общем, что осталось. Прошедшие здесь войны и владение этим островом России довели вот это здание до такого состояния. История не терпит сослагательных наклонений. И мы можем лишь фантазировать, что было бы, если бы остров Гогланд в 1944 году не отошел Советскому Союзу. Наверное, здесь было бы не хуже, чем на знаменитых Аландских островах. Первое письменное упоминание о Гогланде оставил средневековый хронист Адам Алиарий. В 1635 году осенью судно, возвращавшееся из России, потерпело здесь у берегов Гогланда кораблекрушение. Здесь вообще очень много произошло за три последних века кораблекрушений. Здесь затонуло около сотни судов самых разных времен и самой разной конструкции. Поэтому эти места – это рай для дайверов, любителей сбора, ну, подводной археологии. На Гогланде с начала 19 века функционируют два маяка. Ну, они, конечно, неоднократно перестраивались. Вот это маяк северный. Я надеюсь, что мы его посетим. Итак, Адам Алиарий описал кораблекрушение, которое потерпело здесь его судно, в своей книге «Путешествие в Московию». И вот это воспоминание письменное является первым письменным свидетельством об острове Гогланд. Хотя, конечно, люди на этом острове появлялись еще с самых-самых древних времен. Вот такая она бухта Сууркуля-Лахти, на берегу которой располагалась деревня Сууркуля. А сейчас здесь воинская часть. А когда-то совсем недавно была
туристическая база. Вот красная крыша торчит среди сосен. Это как раз главный корпус для отдыхающих этой базы. Ну а теперь здесь только военные, маячники, и больше никого, в общем-то, и нет. Вот такие здесь роскошные пляжи, место для отдыха великолепное. Ну а вот здесь вот среди этих сосен находится старое деревенское кладбище. Когда-то здесь стояла церковь, которую упоминает в своих воспоминаниях Адам Алиарий. Эта симпатичная пирамидка из гранитных валунов является памятником. 150 лет назад была создана первая на Финском заливе добровольная морская спасательная служба Общества спасения на море Финляндии. И вот по этому поводу здесь установлен вот такой вот символический памятник. Ну вот, в общем-то, перед нами старинное деревенское кладбище. Вот ворота. Туда сейчас войдем. Ну а это угадываются, вот такая ровная гряда камней, это угадываются уже остатки ограды. Ограда была сложена из гранитных валунов. Здесь настолько много гранита, что строить из него даже проще, чем из дерева. Хотя дерева тоже много. Ну, кладбище довольно-таки старое, небольшое. Вот на горизонте уже ограда видна, конец кладбища из камней. Ну, так получилось, что здесь вперемешку похоронены и финны, лютеране, и вот православные даже похоронены. Могилы старые, 19 век. Православные здесь тоже жили, хоть и в гораздо меньшем количестве. Похоронены здесь и моряки, которые несли тут службу. Вот очень обидная дата смерти. У двоих моряков 10 мая 1945 года. То есть через день после капитуляции фашистской Германии. Ну и финские надгробия здесь есть, конечно же, потому что все равно большинство населения Гогланда, когда оно здесь было постоянным, было финским, финноязычным. Вот ограда кладбища разрушенная. Кладбище небольшое. И очень старая часовня и кладбище упоминается Адамом Алиарием еще в середине 17 века. Финский памятник. Вот такие здесь надгробия. Вот достаточно старое, самое начало 20 века. Здесь хоронили жителей деревни Сууркюле, соседней деревни и моряков, находившихся здесь на службе. Уже, конечно, во время владения острова Советским Союзом. Мы у подножия маяка Северный. Маячники живут натуральным хозяйством, что и можно видеть. Мясо, овощи и все прочее съестное добывается собственным нелегким крестьянским трудом. Яблоки, вишня,
Но бананы здесь не растут, к сожалению. Маячник живет вот в этом доме. Вот такие тут сады, огороды. Вот живут натуральным хозяйством, потому как снабжение, конечно, есть. Сюда заходят военные суда, гражданские, точнее, научные. Но это бывает редко. Ну а зимой здесь вообще, в общем-то, жизнь замирает. Ну а маяк должен работать круглогодично и точнее, не круглосуточно, а в темное время суток, независимо от погоды и времени года. При подъеме на северный маяк предстоит штурмовать вот такие вот высоты. Пейзажи острова Гогланд вдохновляют. Вот Балтийское море перед нами. Вот. Соответственно, панорамы здесь вдохновляют. Вон там вот наша бухточка Суркюля-Лахти, где стоит наша корыта. Оттуда мы пришли, соответственно. Остров Гогланд, ну, можно сказать, западный форпост России. Ну, а маяк северный весьма скромен по высоте. Питается он, как мы слышим, от дизеля. Какая-то тут наблюдательная вышка. Маяк. Контролирует судоходство в этой зоне. А судоходство здесь весьма интенсивное. Вот дом, где проживает семья маячника. Там же его хозяйство, где мы были недавно. Так, наблюдательный пункт. Силуэты кораблей, которые тут плавают. Такие, сякие. Сигналы этого флажочника, сигнальщика, в общем, матрос, сигналист, сигнал, вот, что означает, все написано. Шкала степени волнения. Вот мы спорили с Сережей до хрипоты. Вот. 1 балл. Да, вот, действительно, он прав. Вот. Шкала степеней волнения. Только до 9 баллов. Вроде как больше 9 баллов в нашем регионе не бывает шторма. Вот такая тут наблюдательная вышка имеет место быть. Это всякие служебные постройки тут. Вот опять наша бухта видна. Вот по этой лестнице мы поднимались. Вот остров Гогланд тянется туда, на юг. На юге тоже есть маяк, постараемся туда попасть. Вот туда протягивается остров Гогланд. Вот не это первое, а следующее, это сопка Попова. Но туда тоже надо бы нам сходить, в то место. Не знаю, как это получится, попробуем. А мы находимся на наблюдательной вышке. Некоторые маяки в Ленинградской области работают автономно, то есть без присутствия человека. Но большинство маяков обслуживается. При маяке живет маячник, как правило, с семьей. Это, наверное, печка. Это техническое здание маяка, говорят. Энергоблок. Вот тут правила ухода за аккумуляторными батареями. Ну, мы много посмотрели технические здания маяков. Все они примерно одинаковые. Thank you.
действующее служебное помещение. Все очень серьезно, сплошные грамоты с профилем вождя мирового пролетариата. Доска инструкции, вот все тут так. Сторона, как это называется, лампоменятель. Лампоменятель. Да, ну, то есть когда лампа сгорает, он автоматически, вот световой датчик, он автоматически меняет и ставит вниз, наверх. Хоп, следующий сгорает, там фотоэлемент стоит, он следующий поворачивается, стоит. Бомблировочки ставятся, да, пульт передачи данных, бомблировочки ставятся в определенное положение, по определенной схеме бежит электрический ток и передаются данные. Вот такая код, вот штука. Данные. Код данные, да. Ну, данные, код данные, одним словом. Специалисты разберутся, мы, конечно, нет. Аккумуляторная. Примерно вольта. Знаете вольта, который перед горбами? То есть это стеклянная банка и там пластинки. Вот с тех времен довоенных. То есть это древние аккумуляторы, какая прелесть. Они здесь в качестве музейной ценности хранятся? Нет, в качестве аварийного источника питания. Вот шины питания, они по ходу выкрутят, именно шинами. А это уже современная вещь. Тоже аккумуляторы, но современные. Надо же. А тут еще и не по-русски, импортные что ли? Они импортные, да. Они гелевые, не обслуживаемые. А вот эти, они чисто ручного использования. То есть у вас в автомобиле, допустим, сейчас наверняка гелевые, это же не обслуживаемые. Раньше там кислоту, электролит. Да. Вот здесь более того, здесь мало не потому, что кислоту, электролит, температурный режим, тут еще и пластины ручные имеются. Очень интересная кладка у служебного здания маяка. Вот такая с ребрышками. Такая нигде не встречается. Итак, мы поднимаемся на северный маяк острова Гогланд. Это уже маяк современный, сделан из таких железных тюбингов, как метро. Опять-таки железная лестница сюда ведет. Запасная линза маяка. Видели вообще? Запасные лежат лампочки. Вот табличка. Маяк новый, послевоенный. Это основная линза маяка. Вот такие тут лампочки. Это вот еще одна линза запасная. Ну, в общем, все как везде. Вот наблюдательный пункт, на котором мы были. Вот служебное здание маяка, где находится аккумуляторная, приборы управления маяком. Вот это бетонный орудийный дворик под финскую пушку. Вот туда проход подземный соединяется вон там, вот ближе к заливу. Этот проход с другим аналогичным бетонным двориком. Вот здесь вот в этой горочке такие вот туннели. И все эти дворики соединяются между собой. В общем, вот такой вот туннель здесь. Вот эти, скажем так, с позволения туннели, видны вон следы опалубки, соединяют между собой бетонные пушечные дворики финской постройки. Вот он дворик бетонный, вот огневые позиции, здесь стояла пушка, вращалась и стреляла во все стороны.
вот так вот этот туннель выводит в такой бетонный дворик. Это вот обширная финская орудийная позиция. Здесь много таких двориков очень. Ну, а это работа уходящего отсюда примерно 10 тысяч лет назад ледника. Вот ледник после себя оставлял такие каменные поля. Когда острое ребро вот так ледника гребло по поверхности почвы, несло камни, потом сталкивалось с каким-то препятствием, и, соответственно, вот оставались после этого, ледник уходил дальше на север, оставались такие вот груды камней. Итак, мы направляемся на южный маяк, то есть на самую южную оконечность острова Гогланд. Дорога здесь хорошая, но очень тряская. Транспорт у нас очень фешенебельный, вот такой, трактор называется. Шостик. С яркой боевой раскрасой. Да. Процентов 90 острова Гогланд, да нет, наверное, больше, процентов 95 занято дремучим-дремучим лесом. Здесь есть 5 озер, соединенных ручейками. Самая высокая вершина Гогланда – это так называемая сопка Попова. Почему сопка Попова названа так в честь известного всем изобретателя радио? Потому что здесь проходил первый практически радиосеанс связи в 1900 году, когда сел на мель броненосец адмирал Апраксин недалеко, в 45 километрах отсюда. И вот с этой сопки проводилась радиосвязь с ледоколом «Ермак», который тоже участвовал в спасательной операции. Вот и поэтому можно сказать, что Гогланд – это родина практического применения радиосвязи. Вот такой у нас здесь аттракцион. Ну, здесь имеются среди леса, как и везде, по Карельскому перешейку, по островам Выборгского архипелага, имеются выходы скальные на поверхность, гранита в основном, конечно. Ну, леса в основном преобладают на Гогланде, хвойные. Вот одно из озер, из 5 озер. Здесь во время войны расстреливали на скале людей, вот на этой скале, и прямо со скалы сбрасывали в озеро. По этому поводу здесь стоит вот этот крест. А скала вот там заросшая. Не знаю, насколько это видно, но в общем она вот там, за озером, на том берегу. Сложная тревога, пока не вытащили. Мы его не поднимем, да? Ну попробуй, сядь дальше. Вот Дима, Дима. Вот здесь, в этом лесу, находилась когда-то вторая деревня, Кискинкюля, она называлась. Вот тут она находилась. Если там в Сууркюле мы видели хотя бы фундаменты, то здесь мы не видим вообще ничего. Все заросло лесом. Вот где-то здесь была, в этом лесу, эта деревня. Очередной привет от ледниковой эпохи. Каменный завал. Мы вышли на южную оконечность острова Гогланд. Вот здесь есть такие огневые позиции. Тоже финские, конечно, наваленные из вот таких булыжников.
все очень примитивно. Вот за таким бруствером стояли орудия и полили опять-таки по советским кораблям. Итак, мы наконец-то на Южном маяке. Он построен в 1905 году. Как гласит имеющаяся там табличка, благословенное царствование государя-императора Николая II. Ну, вот эти постройки тоже где-то начало 20 века. Ну, опять же, здесь дом, где живет маячник. Служебная постройка. И нехитрое такое хозяйство, подсобное, овцы, сад, огород. Все смотрители маяка живут натуральным хозяйством. Это, скорее всего, какой-нибудь сарай типа ледник для хранения продуктов. Продукты на остров Гогланд завозятся последний раз в ноябре, и потом судно уже приплывает только в марте. Ну и бывает, залетают сюда вертолеты, снабжают имеющуюся здесь пограничную воинскую часть. Вот такой вот здесь каменный завал. Это совершенно естественное происхождение этого ландшафта. Этих камней при отступлении накидал сюда ледник. Непонятно, насколько велик их слой, но, видимо, велик, потому что идущие здесь по этому трафику вездеходы не проваливаются. Значит, слой камней очень большой. Обитатель маяка, самый главный, мы находимся внутри. Попробуем подняться наверх. Старинное здание 1905 года постройки. Мы добрались сюда уже к вечеру. Поэтому уже на Гогланд опускаются сумерки. Вот такая тут лестница. Итак, винтовая лестница подходит к концу. Вот, собственно, мы у цели. Маяки светят кораблям. Здесь проходит фарватер. Маяк невысокий, каких-нибудь 20 метров, если не меньше. Вот. Башенка маяка чем заканчивается. Мы в самой важной части маяка. Здесь находятся элементы питания. Вот она, рабочая линза. И вот запасная линза на случай неисправности рабочей. Вот большинство побережий острова Гогланд вот такие, каменистые. Правда, есть и песчаные. Вот эта лестница ведет на верхний уровень маяка. Вот уже через стекло мы смотрим на рабочую и запасную линзы. Вот тут есть еще такой балкончик. Ну и отсюда очень хорошо видна, вот, кстати, очень интересная, древняя наверняка, прошлого, а может и позапрошлого века. И вот тоже такая же, это постройки финнов. Вот финны очень любили строить вот так, из гранитных валунов. Ну вот, собственно, табличка над входом в маяк как раз и повествует. Ой, спасибо,
о том, что данный маяк построен в 1905 году. Благополучное царствование Николая II. Насколько это царствование благополучное, мы с вами из истории знаем. Мы покидаем Южный Гогландский маяк и отправляемся в бухту Сюрхюля-Лахти. Название здесь тяжелое. Выговаривать славянскому человеку крайне трудно. Итак, мы следуем по булыжной дороге, которую здесь проложили еще финны. Возможно, в конце позапрошлого века. Итак, мы находимся на сопке Попова. Не помню финское название этой вершины. Это самая высокая вершина острова Гогланд, 176 метров над уровнем моря. Ну, почему она названа именем изобретателя радио, я уже говорила. Но помимо здесь на вершине сохранились ржавые обломки РЛС, радиолокационных систем времен Советского Союза, времен Холодной войны. Вот эти скелеты мы с вами, собственно, и видим. Вот памятник. Вот памятник по поводу первого практического сеанса радиосвязи. Вот экспедиции. Сюда часто на Гоголь ходят разные экспедиции. Вот установили такой памятник по поводу столетия первого в мире сеанса радиосвязи, когда спасали броненосец адмирал Апраксин, который терпел бедствие в 45 километрах от Гогланда. И вот отсюда велась, с этой вершины велась радиосвязь с ледоколом «Ермак» для корректировки совместных действий по спасению этого судна. Вот тут таблички латунные от связистов с изъявлениями письменными благодарности вот этому человеку, изобретателю радио. Это одно из немногих открытий прошедших двух веков, которое очень резко толкнуло вперед научно-технический прогресс. На основе изобретения Попова работает телевидение, радиовещание, радиосвязь необходимая на железной дороге,
в морском и речном пароходстве, в строительстве, да очень много где. Цены этому открытию просто нет. И вот первая практическая радиосвязь была осуществлена здесь, с вершины этой горы. И второй приемник находился на борту ледокола «Ермак». Вот еще один монумент. На сопке Попова, посвященный этому событию. Здесь их аж три. И это неудивительно. Данное открытие действительно сделало переворот в науке и технике. Все вершины острова Гогланд, обращенные к заливу, были опутаны колючей проволокой и укреплены орудийными и пулеметными позициями для стрельбы по кораблям, подходящим к острову. Были такие позиции на сопке Попова. Вот одно из орудий стояло здесь, и вот от него осталось такое бетонное основание. Ну а эта позиция уже покрупнее. Здесь располагалось более крупное орудие. То, которое мы видели, более мелкое, судя по орудийному основанию. Вот здесь крепилось поворотное устройство на этих болтах. Ну а это опять очередной памятник времен Холодной войны. Установки радиолокационной связи, которые следили за тем, чтобы к священным границам Советского Союза ни на каком виде транспорта не приблизился враг. При орудийном дворике, при орудийной этой позиции, располагалось вот такое небольшое подземное убежище, где мог укрыться, в частности, от бомбежки, личный состав. Ну, понятно, что укрепление это финское, для обороны против наступающих советских войск. Мы видели много орудийных двориков в фортах Кронштадта и еще много где. Но вот этот интересен тем, что он вырублен вот так вот в натуральном куске гранита. То есть сам бетонный дворик бетоном не заливался. И, в общем-то, его правильнее назвать не бетонным, а гранитным. Он вырублен в цельном природном куске гранита. Остров Гогланд можно вполне справедливо назвать кладбищем затонувших кораблей. И окрестные острова тоже. Вот визитная карточка острова. Это теплоход «Демин», точно так же севший здесь когда-то на мель. Теплоход здесь лежит на мели уже давно. Его в основном разобрали мародеры. Но любители дайвинга и заброшенных кораблей с удовольствием его навещают. Итак, мы на восточном берегу острова Гогланд. Вот налетевший на мель теплоход «Демин». Здесь штурмовать берег бойцам рабочей крестьянской Красной Армии было крайне нелегко, потому как вот весь остров, практически там, где есть пляж и нет отвесных скал, он опутан вот так двумя рядами колючей проволоки. Сейчас это заграждение штурмуем мы. Когда-то в 1944 году штурмовали советские войска. И вот, но этого мало. Еще здесь находится огневая точка, очень серьезная. И вот этот весь пляж, по которому передвигаться можно с крайней осторожностью, а уж как тут бегать бегом, я вообще не представляю. И вот этот огромный гигантский пляж простреливался вот из этой огневой точки. В общем, побережье Гогланда представляют собой или обрывистые в воду скалы, или вот такие пляжи, вот с такими вот камнями. То есть ходить здесь очень-очень проблематично.
Итак, побережье залива здесь находилось под прицелом как минимум двух долговременных огневых точек. Вот одна из них, одна орудийная. На орудие, скорее всего, точно не пойму, но на, скорее всего, на орудие калибра 76 миллиметров. И вот, посмотрим сквозь сосны. Вот другая орудийная точка, можно сквозь сосны ее увидеть. Вот, там орудие более крупного калибра. Пока отсюда не разберу, какого. То есть вот эти две точки простреливали полностью перекрестным огнем вот этот вот берег. Подход отсюда. Ну а окружает берег этот отвесные обрывы по краям. Поэтому остров Гогланд для штурма практически неприступен. Но тем не менее в 1944 году советские войска его захватили. Итак, вот он виднеется за скалой Демин. В общем, пляж простреливал очень серьезный оборонительный узел. Вот раз, пулеметная точка. Вот такой траншеей все это соединялось. Вот сюда идет уже дот полноценный, пулеметный. Он еще простреливает соседний пляж. Вот так. Вот соседний пляж. Эти пляжи разделяются мысом обрывистым, скальным. И еще один дот. Вот. На одну амбразуру. Вот такие одноамбразурные огневые точки простреливали подступы вот к этому мысу с двух сторон. Вот такая роскошная оборонительная здесь позиция простреливала, по сути дела, она своими орудиями огневых точек от того мыса. Вот так вот весь берег. И вот до того. Итак, мы покидаем остров Гогланд.